Эфир на канале «Россия-24» продолжают «Вести Хакасия». В студии Елена Крылова. Здравствуйте. Сегодня утром трасса М-54 была перекрыта для движения. От деревни Красный Камень и до границы с Красноярским краем в усиленном режиме работали дорожники, службы МЧС и ГИБДД. Анна Ахпашева и Антон Михайлов выехали в Багратский район и оценили дорожные условия на месте. Заснеженный пейзаж за окном и редкие попутные автомобили. Этот участок трассы Енисей сегодня для многих стал непреодолимым. Большинство водителей решили не испытывать судьбу и переждать возле заправок и кафе. Нашлись и те, кто рискнул и попытался взять преграду штурмом, оказавшись в кювете. Владимир ехал вчера, едва успел затормозить, чтобы окончательно не завалиться на бок. Остановился дворник, как снега отбить, налипло. Трогаться, потянуло. Вытащить его теперь сможет только такой же тяжеловес, но их на трассе немного. Друг на друга надеемся. Идут одни легковушки, грузовых нет. Большегрузов с местными номерами на трассе действительно не видно, надо отдать должное. МЧС сработала оперативно, еще ночью оповестила всех крупных перевозчиков. Большинство фур просто отложили рейсы до улучшения погодных условий. Оперативные группы МЧС дежурили на трассе всю ночь и организовывали без преувеличения спасательную операцию. Дорожники просто не успевали, потому что участок пути большой, буквально на протяжении всего Багратского района плохие дорожные условия, поэтому не успевали, идет снег. И приходилось организовывать дополнительно вот нашим службам дополнительно дорожные бригады и дополнительно наряды ГИБДД. Никаких заторных явлений на трассе не было, никаких автомобильных пробок не было. Помощь прежде всего ждали те, кого погода застала в пути. Сергей везет груз из Находки. До Черногорска не доехал каких-то 100 километров. Условия, видите, какие? Скользко, грузу много, подсыпки вот нету. Вот стоим. Ну, пока ничего конкретного нету. Ну, наверное, на помощь придут же, все равно не бросят нас. Надеемся на лучшее. Лучшее в этой ситуации, чтобы снег прекратился и спецслужбы смогли расчистить и подсыпать трассу. Но в неравном бою со стихией дорожники опять проиграли. Всем водителям без исключения. Это весна в Хакасии. Запомнится по-настоящему зимней погодой и сугробами по колено. Больше всех не повезло, конечно же, водителям большегрузов. Эти фуры здесь стоят уже вторые сутки и, судя по всему, простоят еще. Прогноз синоптиков неутешительный. Снежный циклон над Хакасией продержится до 20 марта. Анна Ахпашева, Антон Михайлов, «Вести Хакасия». Природные катаклизмы сказались и на работе аэропорта Абакан, который был закрыт больше, чем на половину суток. Пришлось задержать рейс из Москвы, а воздушный борт, который уже вылетел из столицы России, временно посадить в Новосибирске. Снегоуборочная техника работала всю ночь. Сейчас взлетно-посадочная полоса в приемлемом состоянии. Специалисты регулярно замеряют коэффициент сцепления. В 12 часов дня он соответствовал норме. Аэропорт Абакан был открыт, однако снег продолжает идти. Одна из проблем, допустим, на завтрашнее утро, нам не поймать ледяную корку на полосе. Видели, вот сейчас она подтаявшая полоса. И сейчас вот ее хорошо бы досушить. Техникой будем досушивать, дочищать до того состояния, насколько это возможно. Ну, при необходимости применим реагент, специальный реагент есть. Обильный снегопад привел к пробкам, заторам и множественным авариям на дорогах в городе. Дорожные службы не успели вовремя среагировать, даже провести подсыпку. В частности, в Абакане в 8 утра встал путепровод в районе Трудовой. Затор образовался в сторону улицы Мира. Только через 40 минут спецтехника произвела подсыпку и движение по виадуку возобновилось. В районе остановки почты сломался троллейбус, затруднив движение следующим за ним маршрутным троллейбусом. В городе было зафиксировано более десятка мелких и средних аварий. Причины ДТП установят полицейские. Но уже сейчас ясно, что сложная дорожная обстановка сыграла свою роль. По словам коммунальщиков, сейчас главное – вывести снег с абаканских улиц. На выполнение этой задачи брошена вся техника спецавтобазы ЖКХ. Кстати, по прогнозам синоптиков, за сутки по Хакасии выпала рекордная месячная норма осадков. И циклон не спешит покидать республику. Повсеместно у нас наблюдались и наблюдаются осадки, снег, местами сильный и очень сильный снег.
Высота снега в Абакане за сутки составила 11 сантиметров. Сегодня днем повсеместно осадки будут сохраняться, местами сильные и очень сильные. Прекращение очень сильных остатков ожидается ночью с 18 на 19, а завтра к вечеру осадки прекратятся повсеместно по республике. Для православных россиян сегодня наступил Великий пост, время, когда христиане отдают предпочтение внутренней духовной жизни, готовясь к встрече праздника Воскресения Христова. В этом году Пасха наступит 5 мая, это самая поздняя дата пасхального календаря. Великий пост длится 40 дней, это самый длинный из установленных церковью постов. Священнослужители уточняют, не стоит его путать с диетой. Главная составляющая здесь – духовная. Главное в посте – молитва, отказ от дурных мыслей, духовное очищение и самосовершенствование. Суды выиграны, но денег до сих пор нет. Багратские медики стали первыми в Хакасии, кто в суде доказал свое право на денежные выплаты по коммуналке. Несколько решений в пользу врачей уже вынесено, но районная администрация не торопится с выплатами и, более того, собирается оспаривать решение. Все подробности у Алексея Баинова. Знаете, решение суда вынесено, то, что администрация должна погасить долг. У тебя сколько? У меня 11. 11, у меня 18. Решение суда на руках, и никто не выплачивает. О чем говорить, о каких законах можно? Зарплаты сельских медиков невысоки, а вот коммунальные платежи у некоторых занимают до половины семейного бюджета. Еще пару лет назад врачи и средний медперсонал Багратской больницы получали компенсацию из районной казны на оплату отопления и электроснабжения. Однако в 2012-м денежная поддержка иссякла. Выиграли даже по суду. Нам суд присудил, что вы обязаны выплатить нам коммунальные. Администрация до сих пор нам их не выплатила. То есть это было по сентябрь месяц, когда администрация нам еще должна была платить. В сентябре месяце мы перешли в Минздрав. Минздрав вообще отказал нам платить, неизвестно на каком основании. Переход из одного подчинения в другое обернулся потерей денег. Да и трудно было рассчитывать на иной исход дела. Ведь в бюджете Хакасского Минздрава на эти цели средства просто не предусмотрены, поскольку это всегда были полномочия местных властей. Сегодня в Багратской прокуратуре уже 77 заявлений от медиков. 11 исков удовлетворены, остальные в работе. Общая сумма претензий – около 2,5 миллионов рублей. У нас закон говорит, что не может ухудшаться положение лица, которому ранее предоставлялись льготы. Эти положения закреплены и в определениях Конституционного суда Российской Федерации, на основании которых мы ссылались и доказывали все-таки свою правоту в данном вопросе в судебных инстанциях. В других регионах России пошли по иному пути. Там иски предъявили Минфину России. Именно это ведомство является конечной инстанцией. Но медики Баграда намерены получить деньги на месте. Мы сейчас готовим кассационные жалобы по этому вопросу в Верховный суд Республики Хакасия. Как только будет принято соответствующее решение высшим судом общей юрисдикции, мы подчинимся решению суда. Ну а потом эти люди наверняка получат эти деньги, уже независимо от какого бюджета районного, или субъекта, или федерации. Вот, мы понимаем, что люди эти должны получить эти компенсационные выплаты. На все судебные процедуры уйдут месяцы, поэтому у багратских медиков выход один – ждать и вести подсчет растущих долгов. Алексей Баинов, Владислав Пустовойт, Вести Хакасия. «Удивительное в камне» – выставка под таким названием открылась в Хакасском национальном краеведческом музее. В экспозиции около сотни образцов, собранных в разных уголках страны. Владелец коллекции – бывший геолог, житель Багратского района. На открытии побывала Юлия Константинова. Отблески граней создают атмосферу таинственности, а руки мастера подчеркивают их природную красоту. Всего несколько штрихов. И заурядный на первый взгляд камень превращается в настоящее произведение искусства. Мраморный оникс для этого под названием «Химеры подземного царства» Юрий Абросимов нашел в одной из пещер Ботиневского кряжа. Раз из пещеры, вроде как вот подземное, подземелье, да, химеры. И химеры, вот они потихонечку, не спеша, где-то я оставил естественное, а где-то подчеркнул, получилась такая работа. Я, честно говоря, ею горжусь. Я сам на нее любуюсь и восхищаюсь. Она, конечно, уникальна, это понятно. Интерес к камням у Юрия Георгиевича с детства, а вот коллекционированием и обработкой минералов бывший геолог начал заниматься сравнительно недавно. Лет 5 назад ушел с муниципальной службы, появилось свободное время. На сегодняшний день в его коллекции больше 500 образцов. 100 самых-самых представлены в этой экспозиции. Коллекционеров много. И вот на моей памяти только я знаю очень многих коллекционеров, которые держат свои коллекции почему-то у себя дома.
И вот мы благодарны Юрию Георгиевичу за то, что он решил все это показать людям, нам с вами. Конечно, здесь не каждый образец – редкость. Зато у каждого своя история, свой неповторимый образ. Неважно, из Южной ли Африки минерал, Чукотки, Веньки или местный Хакасский. Действительно, камни удивительны. Не зря же экспозицию назвали «Удивительное в камне». Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 Хакасия. В Хакасии продолжаются проверки управляющих компаний. В республике уволены руководители жилищной инспекции, уже назначены новые кандидатуры на их должность. О каких результатах таких крайних мер можно говорить уже сейчас и что ждет коммуналку республики в ближайшем будущем? Об этом мой коллега Алексей Гончаренко спросил у главы Минрегиона Хакасии Сергея Новикова. Смотрите далее ежедневную рубрику «Интервью». А я с вами прощаюсь. Берегите себя.